На самом деле вы все понимаете реалии сегодняшнего дня, то, что происходит с информационными технологиями, с поведением аудитории, болельщиков. Все это смещается в онлайн, в жизнь компьютерную. Этот год, по сути, на этом рынке, наверное, год именно киберфутбола. Если в прошлом году можно было назвать считанные команды, европейские, мировые, которые обратили внимание на это направление, в этом году практически не проходит, если не неделя, то месяца, чтобы какая-то из команд не заявила о начале своей деятельности в этой сфере. Вот это вот новое направление в деятельность клуба, это и есть проявление того, что и опытные, очень взрослые люди, и молодые, активные, мы должны быть рядом. Я сижу тоже рядом с футболистом, который считается в своей нише звездой. Зовут меня Виталик Муха, болельщик «Динамо» с самого детства. Я с Киева, родился в Киеве. Наверное, никогда не ожидал, что получится вот на таком вот уже уровне представлять такой великий клуб, как «Динамо». Вот. Хочу поблагодарить клуб «Динамо», что дают такую возможность. Эта игра во многом, ну, как я вижу, зависит от настроения. То есть, вот если есть настроение, зашел, потренировался, сыграл. Ну, естественно, много турниров в онлайне было. Вот. И как бы основные тренировки все там. Здесь я, может быть, могу добавить, что одна из задач, которая стоит перед Виталием, наверное, мной, кроме спортивных достижений его непосредственно, это работа по формированию школы, да, киберспортивной «Динамо» и вывода этой деятельности на профессиональный уровень, ну, по прямой аналогии, собственно, с футболом. Я могу ответить, что на ближайший год у нас абсолютно конкретный и предметный план. Естественно, у нас есть стратегия и видение там, горизонта там, трехлетнего. Если говорить о основных аспектах нашей деятельности, очень важно добавить работу, которую мы планируем по организации турниров, учитывая сегодняшние реалии, да, состояние конкретно турниров, которые проводятся на украинском рынке. Деятельность мы не то что не исключаем, а мы конкретно рассматриваем возможность там, расширения деятельности в другие виды спорта. Конечно, ну как бы виртуальный футбол, он отличается от этого. Вот. Но тоже, конечно, там есть какой-то накал, напряжение. То есть, там... Виталий, еще раз мы поздравляем с тем, что наконец-то твоя мечта осуществилась. Мечта детства. Ты в футболке «Динамо Киев» не куплена и не подаренная где-то, а заслуженная, поскольку ты стал представителем, официальным представителем киевского «Динамо».